Всем привет! Меня зовут Надежда, и вы на канале Stardust Gixis. В этом видео я буду повторять макияж за Наталиной. По-моему, пятый день это у нее. Вот такой вот макияж, и укладочку я за ней тоже повторила. Она очень классно все объясняет, поэтому, в принципе, я тоже адекватно все более-менее сделала. Поэтому я надеюсь, что вам понравится это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь и погнали. Делаем все точно так же, как учит нас Наталина в Сия Руси. У меня консилер от MAC. Я его наношу на глаза сегодня. Он, я думаю, больше пригодится, потому что он более стойкий. К сожалению, пока у меня нету оранжевой подложки, ни оранжевой помады, ни аквагрима, ни карандаша. И я просто беру такие вот оранжевые тени от Pro VG и буду рисовать все ими. У нас сюда идет типа на сужение. Каждый выкручивается как может. Мне пришлось MAC Fix Plus впрыснуть себе на руку и набрать тени, и потом у меня вот, в общем, вот так вот это все выглядит, если честно. Но зато пластичность теней — это очень удобно. Я просто их потом еще раз пропечатаю. В общем, использовать палетку Morphe была не самая лучшая идея, потому что он плохо стушуется, по-моему, не только между собой, но и между другими оттенками, в смысле, другими тенями. И прям видно, что тут прям пятнами. Надеюсь, черная подводка все скроет. Опять же, желтый рефил у меня от Pro VG. Мы наносим во внутренний уголочек глаз. Ну что, теперь я почистила форму и буду пытаться рисовать вот эти непонятные формы, которые выходят. Такая вот у меня история получилась. Все-таки я нарисовала тенями. И теперь мои реснички завиваем, и буду я прокрашивать их тушью, и верхнюю слизистую черную тоже прокрашу. Возьму вот такой вот белый с шиммером, и его буду наносить от нижней века вот сюда. Хотя бы видно, что это белый. На нижнюю слизистую я нанесла вот такой вот карандаш от NYX, он светло-розенький такой. И теперь переходим к тону. Вот этот вот тон, коллаген опять, вот она. Беру вот эту помаду от Last Chocolate в оттенке 868 от L'Oreal и на шее. В общем, я решила повторить за Наталиной еще и прическу, поэтому буду пытаться сейчас накрутить свои волосы.
Вот такой вот результат у меня получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, пишите комментарии, как вам такой образ.